чувствую, будет весело. Блять. Здрасте. Добро пожаловать на канал Дигидория. А мы продолжаем проходить Alan Wake 2. Сейчас, секунду. Тут. Оп. Оп. Идите. Раз, раз. Не слышно? Слышно? Надеюсь, слышно. Все. Так. Ой. Микрофончик-то подвинуть надо, да? А то он мне экранчик перезагораживает. Вот ты хорошо. Так. Мы проводили расследование. И приехали в город, чтобы трупец вскрыть. Потому что в нем что-то лежит вместо сердца. Привет. Привет. Сейчас мы будем искать, что там было. Но для начала нужно найти морг. Так, здесь нигде прохода нет. Ну и ладно. Есть уже? Были какие интересные гости? Или находки какие? Ничего. Но кто-то после себя оставил под кроватью целую лужу крови. С ума посходили совсем. Так вот, из-за чего все вопли? Либо да, либо у парочки какой просто медовый месяц. Мне надо кое-что проверить. Скоро вернусь. Кровь нашли, поняли, да? Медовый месяц. Ладно, тупая шутка. А что это? Мерсеттер не уползет на брюхе. Мерсеттер не уползет на брюхе от проблем. Достали эти быстрые субтитры. Почему нет настройки скорости воспроизведения субтитров? Это ненормально, они очень быстро проходят. Вот мы и обсудили, стоит ли пускать людей и животными на распродажу выпечки в этом году. Для тех, кто только присоединился, напомню, в эфире передача «Радио Час» Патом Мейнон. Это что за звуки-то происходят? Наш спонсор – вяленая говядина от семьи Дэвисов. В Брайт Фоллс сегодня выдался тот еще денек. А что по карте? Брайт Фоллс – неизвестная карта. А-а-а, я понял. Тут что у нас? Радио. Прогноз погоды от Тапио. Вот мы обсудили, стоит ли пускать людей и животных. А, но. Только присоединился. Это мы прочли уже. Наш спонсор Вели. Да, это тоже прочли. Ай, вкуснятина. Многие уже в курсе, что в городе обосновались агенты ФБР. Да, это мы. Бьюсь об заклад, вы задаетесь тем же вопросом, что и я. Ну-ка, каким? Это чертов дождь. Их рук дело. Дождь? День оленя не за горами, и нам всем хочется солнечной погоды на праздник. А в чем связано? Я попытался связаться с нашим главным метеорологом и узнать у нее, что ожидает нас в ближайшие дни. Она не взяла трубку, но зато на связи ее дядя Тапио из Уотери. Тапио, ты с нами? Да! Отлично. Итак, Тапио, какая погода ожидается сегодня? Дождь! Из него никак. А что насчет следующей недели? Тоже дождь! Ага. Может, расскажешь поподробнее? Есть ли шанс, что на день оленя будет солнечно? Нет! Ну, так или иначе, день оленя уже близко, и праздничный парад, как обычно, выглядит великолепно. А мне этот парад нравится, там есть колесница в форме лебедя. Шея длинная, все дела. Здоровый такой лебедь. Тебе нравятся лебеди? Нет! И все? Это все? Ну и ладно. Так, а что это за шум все-таки был? Сюда нельзя. Радио можно выключить? Нельзя. Ну и ладно. Блять, ты кто напугал? Че клеишь? Переведите мне кто-нибудь, пожалуйста. Что за фиксихи у меня тут? Вы ничего не видели? Парковка платная.
о чем говорим? Вы убийца, признавайтесь. Вы? Нет? Походу нет. У-ху. Фри. И бесплатно. Так, сюда мы не сможем пройти, да? Я так понимаю. Ну, конечно. Сейчас скажут, что типа, мне нужно вернуться. Ну, конечно. Дело еще полно. Да, конечно. Ладно. Ладно, ну дела, дела, делами. Раз надо, значит. Кто, блядь, балуется? Фиксики надо мной прикалываются. Они что, спать хотят? Нет, я им не дам. Да успокойся уже. Бесишь. Можно как-то уведомление убрать? Я все равно не по онлайну играю. На ноуте все нормально. Ник. No, not enter. Можно ли как-нибудь? Подожди, как-нибудь успокойся. Звук уведомлений. Скрыть. Параметры. Не беспокоить. Все. Пусть он там пиликает себе на здоровье. Главное, чтобы не мешало. Да? Да. Что ты хочешь сказать? Что происходит? А, типа туда тоже нельзя. Хорошо. Что читаем? Дай тоже почитать. Не отворачивайся, дай почитать. Что там? Дай почитать. Да чем тебя отбрасывает? Что читаешь? Ох, дай, что там? Ничего не понятно. Фига ты крутишь ее? А меня тоже... Идем дальше. Тик. Не, ну я все-таки за дамочку играю, да? Как бы да. Че пьем? Незаконное что-то? Здравствуйте. Кофе пьет. Посмотри, как кофе пьет. И даже не поделится, падла. Травушка. Ну, я бы сейчас с удовольствием на траве повалялся. Только не такое, а где-нибудь в поле. Так, в дом получится зайти? По-любому нет. Кто бы сомневался? Бибики. Кто, если не я, сохранит город в чистоте? Уборочная машина? Кто защитит его жителей от жуткой антисанитарии? Ты где? Это ты же уборочная машина? Тебя так называют? Походу, да. Скажешь еще что-нибудь? Грязь, мусор, отходы. Называй как хочешь. После меня ничего такого не останется. Да, это точно он говорит. У него, по крайней мере, рот открывается тогда, когда это произносится. Значит, говорит он. Ну, логично. Логично, конечно. Тик. А я не понял. А вы Play Life обновили, да, по всей видимости? По всей видимости, да. Ну и хорошо, нам же лучше. Так. Там мы, скорее всего, тоже не пройдем. Здесь мы обшастали. Какой прекрасный день, чтобы поработать на природе. Ой, ты тоже мент, да? Не завидую я тем, у кого работают в офисе. Чё расскажешь? Там все самое интересное. Чё? А чё тут? Тут поезд? Или что это? Самолет? Вертолет? Катер? Что там? Переходи дорогу поаккуратнее. По-моему, это катер где-то там. Если у меня такой недостаток, все время нарушаю правила. Ну это катер. Лодка какая-нибудь, моторная. Ну что-то типа того. Не вертолет же? Не, на вертолет не похоже. Там было... типа того. А, ну не могу, подожди. А, пиздо. Еще изображать лошадь. Ой, лошадь. Вертолет не хватало технику. Весь мир может утонуть в собственных отходах, но не этот город. Да, потому что ты уборочная машина, ты тут все тут приберешь. Время неумолимо утекает. Дни нашей жизни на исходе. В конце концов, станет конец. Я не умею говорить за двух одновременно. Простите. Хотя, если постараться, получится. Я, у меня уже так получалось, но это будет очень крипово. Голос страшный. Говорят, обустроиться хорошо получается. Ого, спасибо. Чё расскажешь? Ты кто вообще? Да, все верно. Мне воздалось старицей. Мило. Я горжусь тобой. Взаимно.
чирик, милашки. Черные вороны. Бродишь туда-сюда, пугаешь мне малышей. Это ты трындишь? Тебя можно выебать, чтобы не пиздело? У меня пистолет есть. Если бы не птички, я бы сошла с ума. Кукушкой поехала бы, так сказать. Ну, тут у тебя же был в руках пистолет. Тресни ей по мордахе, чтобы не трындела. Это просто птицы, я уйду, они прилетят. Так что успокойся. Бумбрасара. Тренделябр. Повторное открытие. Наш городок продолжает расти, и теперь к нам переехал парк основателей. Мы уверены, что новое место придется вам по душе. Добро пожаловать в новый улучшенный парк основателей. Окей. Окей. Где? Где? Да, херово свищу. Где? У меня много дел. Я иду не в ту сторону. Ну, конечно, не в ту сторону. Тут тупик. Как ты тут пройдешь? Логичная ты дамочка. Их, собачки. Ну ладно. Здесь тоже не пройти. А у меня карты нету, насколько я помню. У меня же нет этой карты. Bright Falls, неизвестная карта. Ну, конечно, нету. Так, это мы уже вроде читали, да? Сеттер лучше. А, нет, там типа Сеттер фиговый мэр была, а теперь Сеттер лучший. Понятно. Дайте угадаю, вы из ФБР? Да ты капитан очевидность. Добро пожаловать в Bright Falls. Мы вам рады. Принес вам кофе. Капитан очевидность, у него же там сзади ФБР написано. Так, должно быть, вы шериф, рада встречи. Не отказалась бы от кофе. Я бы выпил еще чашечку. Я агент Сара Андерсон. Это агент Алекс Кейси. Тим Брейкер. Ваш визит чрезвычайен, кстати. Откровенно говоря, нам нужна помощь. Ваши помощники говорят, что тут есть пара свидетелей. Они описали их как подозреваемых. Маллиган и Дортон никак не угомонятся. Не угомонятся. Нет, по-моему, Букер и на убийц совсем не похожи, но решать вам, конечно. Они внутри, пьют кофе с пирогами и пытаются немного успокоиться. Я допрошу их. Кейси, а ты пока обменяйся известными фактами. Не спеши. Не успеваю, ну не успеваю прочитать. Ну и ладно, и хер с ним. Так будет получаться, как бы. Вы посмотрели материалы, которые вы нам прислали, шериф. Народ тут у вас постоянно пропадает. Да, но с тех пор, как огородили озеро Колдерон, исчезновений стало меньше. Дайте угадаю. Пик исчезновений пришелся на 2010 год. Вскоре после этого установили ограду. Да, так все и было. Хм. Я поверить не могу, что это было на самом деле. Ну уже, Нед, съешь кусочек пирога. Это тебя отвлечет. Это они, да? Букеры? Букеры, вы букеры? Вы букеры? Прошу прощения, я агент Сара Сага Андерсон. Вы букеры? Да. Я Тэмми, а это Эд. Здрасте. Можно просто Сага Эд. Нас в чем-нибудь обвиняют? Если нет, мы бы лучше вернулись в гостиницу и попробовали забыть то, что увидели. Приняли бы ванну, покричали в подушку, ну вы понимаете. Мы не выдвигаем против вас, но у меня есть пара вопросов. Не волнуйтесь, хорошо? Что вы делали у озера? Что вы делали вчера у озера Колдерон? Я писательница. В жанре криминальные хроники. Ты приехала из Нью-Йорка, чтобы собрать информацию о знаменитом писателе Алане Уэйке. Он пропал. На озере я пришла в поисках фактуры. Ничего незаконного. И что вы увидели в лесу? Из озера вылез голый мужик. Вел себя как ненормальный, орал какой-то бред. Наверняка на наркоте. Или у местных в порядке вещей купаться голышом на рассвете. Потом мы услыхали стрельбу и наткнулись на психах в масках оленей. Они напали на голову парня с ножами. Как сатанисты какие-то. Это их мы видели, которые светили на нас. Мы свалили оттуда и вызвали копов. Это они тогда светили на нас, когда я кричал: «Ну помогите, блядь, дебилы!» Почему вы решили, что это культ? Почему вы решили, что это был культ? А масок и ножей вам недостаточно? Ну, и они орали: «Культ дерева! Культ дерева!» «The cult of the tree!»
Ой, а потом мы нашли. Мы жутко перепугались. Что-то скрывают. Вот и все. Что скрывают, блядь? Скрывают что-то. Ну-ка. Досия. Букеры. Культ дерева. Культ дерева. Закон Тарзикри. О чем букеры молчали? Я нашла ожерелье. С символом в виде пары треугольников. Эми, культ явно заявил свои права на эту сторону. Я нашла ожерелье, значит оно мое. Издатель точно захочет поместить фото на обложку. Эми кое-что нашла. Ожерелье одного из культистов. Ага. Озеро Колдрон. Букеры были на озере Колдрон. Почему? Забор построили, чтобы скрыть что-то от посторонних глаз. Имя писатель упал в озеро. Частная вечеринка. Посторонним вход воспрещен. У читателей будут вопросы. Передай-ка, болторез. Они вломились в закрытую зону ради книги. Убийство тут ни при чем. Они не соврали. Так все равно им... Вот и закончим на это. Расследование? Хотя нет. Просто дознавание, или как оно? Вы что, нашли там, верно? Может, амулет, который обронили культисты? Ух ты. Как вы догадались? Это вещественное доказательство. Вы должны отдать его нам. Ладно. Да. А я говорил, не надо было его брать Тэмми. Вот именно, блин. Укрывают улики. Спасибо. Вы очень нам помогли. Будьте добры, не уезжайте пока из города. Вдруг у нас появятся еще вопросы. День или не точно пропускать не собираемся. Боже мой! Сага! Сага Андерсон! Глазам своим не верю! Я думала, после того ужасного события с дочуркой вы здесь больше не появитесь. Как у вас дела? Простите? Кто вы такая? Понятия не имею, о чем вы. Это же я, глупенькая. Роуз! Мы знакомы. Я вас не знаю. Что-то ужасное событие случилось с моей дочуркой. А она утонула? Ваша дочь. Странно, что вы не помните. Откуда вы вообще узнали, что у меня есть дочь? А, я знаю, в чем дело. Вы вытеснили воспоминания о травме. По телевизору такое все время показывают. Нет. Вы меня с кем-то путаете. Как скажете. А, походу, дурочка реально была. А, не помню, что там было в первой части. Ну, не помню, и все. Это вообще тоже место или нет? Тоже город, нет? А, не помню. Ай! А, что-то новенькое, да? Доска зацепок? Не то? Досье? Досье тоже ничего? Тогда... Подожди. Дела! Убийство на озере Колдрон. Портрет убийцы. Букеры рассказали, что нападающие в масках олени что-то пили и разрывали парня ножами на части. Дело закрыто? Мы имеем дело с организованной группой убийц, а не серийным убийцей и одиночкой. Это не серийный убийца, группа преступников, преследовавшая... Что-то сейчас было. Это не серийный убийца, группа преступников, преследовавшая некую цель, ритуальное убийство. Культ дерева. Трепетные дела помогут вам собрать улики для решения серьезных насущных вопросов. Что происходит с джойстиком? Если я собираюсь уничтожить культ дерева, надо узнать о нем поподробнее. Логично. Новое дело начали. Хорошо. Подожди, вернись. Тут что-то уже... Я еле дотрагиваюсь, он реагирует. Охренеть. Так, что за культ, кто в него входит и цель культа? Ожерелье культа с треугольником. Ну это, наверное... Что это за культ? Символы культа? Ага. Дальше. Культисты носили маски.
Тоже сюда. В смысле? А что, не символ? Маска не символ культа? Психология культистов. Так. По наличию ожерелья можно определить принадлежность к культу. Его не особо прячут. Гордятся? Они плохо организованы, так что им приходится действовать тайно, скрывать лица. Связь с днем оленя? Так, все? Я могу идти? Спасибо. Так, с дочкой еще что-то непонятное. Ой, темно, как в жопе негра. Bright Falls карта, замечательно. Так. Main Street. Так, управление шерифа. Беседа, новые реплики. Ага. Пометить никак нельзя? Нельзя. Домик Элдервудского дворца. И все? Все, наверное. Так, здесь можно поговорить? Сезам, откройся. Мне нужно как-то взломать дверь. Ожерелье культа? Вряд ли. Обходной ключ? Нет. Кто здесь? Как темно! Как там фонарик? А, во, все. Кружочек. Замечательно. Помыто, типа? А мне пофиг. Ой, я в мужском, да? Извините, не хотела, не смотрю. Не смотрю. Так, закрой за собой дверь. Закрой дверь! Умничка. А тут открой. Я не могу выломать ее. Почему? А чё ты эту? Пни. Просто пни. Отправиться в управление шерифа, смотреть дело Найтингейла. Господи, надо запомнить это. Найтингейл. Так, тут тоже вроде ничего интересного, да? И тут дверей больше нет. А, вот какая-то дверь. Сезам, откройся. Что тут у нас? А, олень! Ну и просто олень, олень, что такого? Привет, мистер олень. Ты напомнил мне об одном сне. Как это мило. Так, может тут где-то что-то есть интересное, чем я могу дверь взломать, нет? Просто вешалки. Надо же, мало ли что может показаться. У меня-то уже вечер, я играю. Не спал много, долго не спал. Выключи фонарик. Так, смотри внимательно, где мы можем переговорить. Ага, там закрыто, а тут где-то есть реплики. Ага! Культисты убивают человека, это уже не мелочь. Почему вы не рассказали полиции о том, что видели? Мы говорили, сказали этим придуркам, помощников шерифа. Они только хотели закрыть нас Эдом за убийство. Брайт Фоллс прямо как Алабама, только деревья выше. Теперь это дело веду я. Никто вас в тюрьму не посадит. Если что-то понадобится, обращайтесь ко мне. Поняла. Спасибо, Сага. Пожалуйста, Тайми, Тэмми, Томми, Уилми. Не буду я запоминать ваши американские имена, только запомню Алан Вейк и Сага. Ну, Сага, потому что Сага Сагная. Так, тут не пройти? Как тут неудобно без фонарика. Просто неудобно. Ой, музычку можно, да, послушать? Привет, как жизнь? Так, чё, чё? Музыкальный автомат не работает. Несчастная железяки должна быть осточертела играть одну и ту же песню раз за разом, раз за разом. Слава богу. Мне, конечно, нравится аккаунт. Как думаешь, здесь подают то со своего аккаунта? Аккаунт, но не до такой же степени. Сомневаюсь. Вам чё, тостер с аккаунта не хватает? Жрите, чё дают? Это вам не Москва. А с кем-то поговорить еще можно было? Не унывай. Кто, никто не хочет поговорить? Подожди, давай с тобой поговорим. Роуз, подскажи, как по-вашему мы познакомились? Подскажите-ка, а? Мы здесь все друг друга знаем. Прошло немало времени, но у меня отличная память на лица. И заказов кофе напоминаю. Наверное, вы меня с кем-то спутали. В городе в последнее время не попадалось ничего необычного. Никаких подозрительных типов в масках оленей. Никого подозрительного, но скоро видение оленя. Маски оленей наденут очень многие. Как лыбится. Да практически каждый. Спасибо за информацию. Ладно, все, со всеми переговорил? Да. Со всеми, и тут два замка, да? Тихо, приблизь. Запертая дверь. Отвертка нужна.
Действительно. Все готово. Тогда можно навязаться в морг и взглянуть на Найтингейл. Пойдем. Так, Кейси, кое-что мы узнали. Похоже, мы имеем дело с культистом. Культом дерева. Культ убийц. Сволочи. Вы что-нибудь знаете о культе дерева, шериф? Только городскую легенду. Окажетесь ночью в лесу, и культисты явятся. Все в таком духе. А вы случайно не великий волшебник под прикрытием? В свое время я играл в ДНД. Я всегда играл за волшебника. Утро доброе, шериф. У вас, кажется, гости? Доброе утро, Тед. Да, очень важные гости. На день лени съезжается куча народу, не так ли? Вот-вот! Чем больше, тем лучше. Удачи, шериф. Все? Я могу это спокойно Слушайте, а что вам известно об официантке и закусочной? Вы про Роуз? Она немного не от мира сего. Всегда такой была? Почему вы спрашиваете? Она что-то натворила? Она все повторяла, что моя дочь тонула. Даже не зная мое имя. Дичь какая-то. У Роуз талант городить всякую колесицу. Не принимайте близко к сердцу. Посмотреть Кейла Найтингейла, отправиться в процедурную. Давайте. Привет, шеф! Труп в подвале, можно приступать. Маллиган. Ага, в морге все готово. Ой, ты это... Я хотела как можно скорее взглянуть на тело потонувшего. Видите, шериф? Нет, я вперед хочу. Вот ты козел. А вот и управление шерифа Брайтфоллс. Если что-то понадобится, обращайтесь. Что происходит? Мы благодарны за помощь, шериф. Там... Дебил, дай... Ты чё вперед лезешь, козел? Дамы вперед, в курсе? Слышал о таком? Этикет хоть немного знаешь? Нет? Пидор гнойный. Морку у нас общий, с похоронным бюро. Бюджет скромный. У вас наверняка нет таких проблем. И коронер у нас один на несколько городов. Но вы же и сами справитесь, да? Скрытие я проводить умею, да. Вообще скрытие будет какое-то, да? Сейчас будет что-то отвратительное. Ладно, сейчас глянем. Есть в моргах что-то особенное, они всегда улучшают мне настроение. Так, взглянем-ка на нашего пациента. Начну с внешнего осмотра, прежде чем перейти к внутреннему. Какова причина смерти? Какие еще улики я найду на теле? Так, давайте с руки начнем, почему? На теле раны. Судя по их характеру... Что, судя по их характеру, вы заебали так быстро диалоги пропускать? Фу, уроды, блин. Козлы. Похоже на текст. Татуировка? Найтингейл не похож на любителя татуировок. Давайте голову осмотрим. Тело было погружено в воду уже после смерти. Тело было погружено... Что-то здесь не сходится. Тело было погружено после смерти, но он вылазил из воды. Так. Здесь что-то написано. Не могу разобрать. Написано? Как они умудрились провернуть такой фокус? Опа! Вроде что-то оставили. Ну так залезь, посмотри. Я могу? Нет? Что там оставили? Бери инструменты. Ай, надо сначала, да? Рассказы цепок, дела. Убийство на озере Колдрон. Так, что мы имеем? Осмотр тела Найтингейла. Пора узнать, что может рассказать нам тело Найтингейла. Ну-ка. Что может узнать осмотр? Ага. Так, грудная клетка вскрыта, внутри что-то виднеется. Причина смерти. Ага, допустим. Сейчас посмотрим. Сначала все прикрепим, потом почитаем. Не сюда, да? Так. Ритуальная надпись. Сдутие суставов. Причину? Конечно, причину. Смазанный текст под кожей жертвы. О! Ритуальная надпись, хорошо. Текст смазан и выглядит отзеркаленным.
Надпись, вероятно, нанесена уже после удаления грудной клетки. Тело и сердце покрыты татуировками, когда убийцы успели их нанести. Бред какой-то. Так, на теле синяки, рано от пыток защититься. Вроде находится какой-то предмет. Его оставили убийцы? Смерть Анны наступила вследствие травмы грудной клетки. В рану что-то засунули. Причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. В грудной области была страница. В полости была страница? Какая страница? Что за страница? Где эта страница вообще? Ну-ка. Ух ты ж. Я думал, сейчас будет что-то и посмотреть. Ой, фу. Фу-фу-фу. Волосатик. Мы, похоже, страницу видели на озере Колдон. Чё там? Найтингейл охотился на Саргл. И он заметил ее. Одержимые не видят в ярком свете. Свет ранит их. Они становятся уязвимы. У Найтингейла не было сердца, но он был тут как тут. Убивал. Чё-то больное воображение проделал фантастическую историю о нас. Эй, погодите-ка. Мы нашли несколько таких страниц. Не думали, что они имеют отношение к делу? Сейчас достану. Блять, нихуя себе несколько. Я думал, он сейчас папку полную даст. Что происходит? Нет, 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 стой! Шериф? Какого хрена? Твою мать! Опиши мне щелкунчик, покажи мне щелкунчик! Вот, вот, сука! Кейси! Страшно! О-о-о, что-то громко! Ебать, страшно! Как темно! Нет, нет! Все, начинается игра, да? Сейчас все будет. Что вы говорите? Я не понимаю, где субтитры? Пистолет. Иди нахрен, заебал со своими скримерами! Мы похожую страницу видели на озере Колдрон. Найтингейл охотится на Сагу. Не заметил ее. Одержимые не видят в ярком свете. Свет ранит их. Они становятся уязвимыми. У Найтингейла не было сердца. Старайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. Все, я на свету, да? Я щелкаю выключателем, раздается щелчок. Фонарик не работает. Патронов нет. Где мой пистолет? Покажи мне щелкунчик. Невозможно попасть в обитель разум. Иди в жопу. Чему она не светит на него? Ведьма тебя сюда привел, Хемингуэй. Убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать, из него во время боя оно на время станет недоступно. Нужно убежать скорее. Куда идти? Он туда пошел, да? Мне туда? Тихо. Пиздец. Уходим. Тут тупик. Я доберусь до тебя. Где свет? Блять, больно! Уйди! Уйди, противный! Чё, нихуя не вижу! Ауч! Да, будет весело, чувствую. Блять, заново? Вы чё, с ума сошли? Как пропустить? Можно, да? Спасибо. Так любезно, я не хочу это все повторять. Я вас понял. Бежим! Да, где фонарик? Просто, я не знаю, куда-нибудь. Где? Нихуя не вижу. Блять!
Иди нахрен! Блять, а что делать? Куда бежать? Там закрыто. Мой пистолет в коридоре. А где коридор? Нихуя не видно же. Ну, блять. А чё, нельзя было уже после, как бы, вскрытия продолжить? Нет? Где он находится вообще? Коридор там. Нужно выйти на свет. А, он здесь, да? Все, я понял. Он сейчас пройдет мимо, мы пройдем туда. Все, хорошо. Иди, 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 я тебя подожду. Нет у меня тут, нет никого. Пизду я отсюда, шуруй давай. Ага, все, молодец. Да, беги, 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 дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Ведьма сюда, я привел Хемингуэй прочь из своего дома. Так, в голову. Да, блядь, в голову попади. Он должен был сидеть внутри. Поджидать ее. Он исчез? Конец главы. Страшная, блядь, игра. А если свет выключить? Как меня видно? А прикольно, да? А давайте так оставим. А если еще вот так? Не, так слишком темно. Давайте вот так. Атмосферненько, чтобы было, да? Чисто такое небольшое. У него не было сердца, но он был, но он каким-то образом поднялся. Все это было на той странице. Она помогла мне сражаться с ним. Просто взял и пропал? А ты где был? Что за черт этот риц? Где ты находился все это время? Придется разобраться, как так получилось. Понять, что происходит. Нахер ты мне вообще тут сдался, если ты нихуя не помогаешь? Ну, идиот! Увиденное нами логически не объяснишь. Я бы с удовольствием свалил все на массовую галлюцинацию, вызванную вулканическим газом, но мы оба знаем, что все это не так просто. Приключилось что-то сверхъестественное. Рада, что ты это сказал. Теперь надо решить, что делать дальше. Перед тем, как все слетели с катушек, шериф Брейкер исчез. Может, шериф знал больше, чем могло показаться? Его что-то беспокоило, как будто он боялся грядущих событий. Еще одна загадка. Жертва ритуального убийства превратилась в монстр. Есть ли здесь связь? Кажется, коль дерево проводит ритуалы и создает чудовищ. Не исключено. Надо узнать, ли культ и смысл его существования. Так, с собой что-то еще можно было обсудить, да? А, все, диалоги кончились, что-то еще можно было. На полу лежит страница. Где? На полу лежит страница. Давай, подберем ее. Сага вернулась на озеро Колдрон. Сага должна была преследовать за этим делом, складку. Найти вход будет непросто. Ритуал. Сага соберет о нем информацию. Остановит монстра. Сага вернулась на озеро Колдрон, он должен быть там. Он тоже был там. Найтингейл был и не просто. Подожди, это мы. Сага преследует Найтингейла. Она не могла добраться до него. Он очутился там, где странная реальность. Темная обитель слилась с нашей реальностью. Темная обитель накрывала наш мир, наш как покров.
наброшенный сверху, как поток тьмы, скрывающий последние отголоски света, просачивающийся повсюду, портящий все гнилостно. На странице это место называлось складкой. Сага должна была последовать за Найтингейлом складку, найти вход будет непросто. Да, да, все понятно. Вот. В прозекторской царил бардак. Прозекторская. Я раньше такого слова не слышал. В прозекторской царил бардак, как будто здесь взорвалась бомба. Найтингейл охотился на Сагу, не заметил ее на свету, прошел мимо. Одержимый не видит в ярком свете, свет ранит их. Ранит тьму внутри. Они становятся уязвимыми. Я щелкаю выключателем, раздается щелчок. Покажи мне щелкунчик. Свет погас. Но кто-то здесь есть. Видимо, тебя сюда привел Хемингуэй. Прочь из моего дома. Заорал Найтингейл. Сагу окатила волной ужаса. Ужасная правда. У Найтингейла в груди нет сердца. Но он здесь убивает чудовище. Мир зашатался. Тени выбраться с обратной стороны зеркала. Страшно. Так, дела. Подождите, а в этом деле что-то есть, да? Найтингейл напал на нас. Новый отдел. Мертвец превратился в монстра. Свет помогает бороться с ним. Страницы, которые предсказывают будущее. Логического объяснения этому нет. И это дело нам нужно раскрыть. В первой той части тоже нужно было убивать с помощью света. Но фонарик был не бесконечен. Так, Сага вернулась к озеру Голдрана. Он тоже был здесь, одержимый пораженной тьмы. Согласно странице, судя по всему, Найтингейл вернулся к озеру Голдран, и он одержимый. Сага должна была последовать за Найтингейлом. Складку. Найти вход будет непросто. Складка. Складка? Чего? Чушь какая-то. Дела. Так. Дело закрыто. За убийством стоит культ дерева. Похоже, дело только что серьезно осложнилось. Придется завести новое досье. Мое первое дело о культе. Это так интересно. Не серийный убийца-одиночка, а группа злоумышленников. Культ дерева. Дело приняло новый оборот. Нужно начать расследование заново. Забрать новое досье. Все? А это типа все? Да? Дела. Подожди, улики есть же, да? Нет? Вот культ дерева. Так, Кейси. Культ дерева проводит ритуалы и создание монстров. Что за культ? Проводит ритуалы, но это цель культа. Ритуал, как он? Тело и органы жертвы? Так, если всему этому разумное объяснение, как у них это выходит? Что за хрень тут творится? Ритуал, как он выглядит? Тело и органы жертвы покрыты надписью. Страница найдена в сундуке. Так, как выглядит ритуал? Рукописи, часть ритуала. Так, дальше. Найтингейл единственный убитый старший монстром. Символ культа? Нет, какого? Психология культистов? Нет. Цель культа? Кто в него входит? Не понял. Как он выглядит? А в чем логика? Это ж уже как бы... Так. Фу, господи, забыл, как называется. Вот это вот. Уже следствие культа. То есть то, что произошло, следствие культа самого. Это убийство похоже на предыдущее, но почему-то другие жертвы не становились монстрами. Найтингейл единственный убитый и старшим монстром. Почему? Не факт. Жертва культа превратилась в монстра. Превращать людей в монстров? Ни за что не поверила бы в такое, если бы сама не увидела. Нужно разобраться, что происходит. Наверняка всему найдется логичное объяснение. Радио. Это мы слышали? Молодцы. Цели.
Выясни, куда отправился Найтингейл. Ну, на озеро куда еще? Вернемся, ну? Если верить странице, Найтингейл сейчас на озере Колдрон. Его называют одержимым. Надо вернуться на озеро, остановить его, чтобы никто больше не пострадал. Так. Так. Надо было, наверное, что-то продолжить, что-то говорить. Нет. Тупой ментяра, блин. Он меня бесит. Я могу выйти? Похоже, дверь заперта с другой стороны. Так выбей, блядь, ее выбей. О, тоже ФБРовцы. Передурки, блин. Так, что по карте? Управление шерифа неизвестно. Конечно, конечно, как может быть иначе. Что-то было, да? Нет? А что у меня по пистолету? 7 патронов. А можно перезарядить? Нельзя, походу. Мы слышали стрельбу. Вы в порядке? Вас трубы перепугали? Перепугали. Перепугали. Шериф Брейкер исчез. Найтингейл превратился в какое-то чудовище, несколько полицейских ранен. Разберитесь с тем, что творится здесь. Нам нужно срочно вернуться к озеру Колдрон. Черт подери. Да это же ужасно. Поможем, чем сможем, мэм. Эх, блядь. Да, я бедная девица. Эх, ладно. Чего ж теперь сделаешь? Жалко девочку. Ну, да так просто, чтобы ей помочь. Оживить мы уже ее не сможем. Хотя с помощью культа, возможно, и сможем. Но чтобы помочь, надо просто отомстить. Просто не отомстить, а сделать так, чтобы все эти культы, культисты навсегда исчезли из этого мира. И все будет хорошо. Откройся. Что у нас тут есть? Патроны. Нет. Мог он ничего натворить? Он же мертв. Ага, точно. Полный бред. Иди в жопу. Монстров не существует. И в каком-то смысле шериф Папа. Пуф! И растворился в воздухе. Волшебный фокус. Волшебство не существует. Вот то, чего я боялся. Батарейки. Волшебство не существует. Ой, да, маленькая. Перевязка. Набор для перевязки ран зачислил, восстановили. Давайте его восстановим. Нет, торта, монстров не существует. Так я и знал. Заебали говорить. Можно я использую? Я хочу использовать винт. Подвинуть. Бред. Выбросить. Зачем? У меня не хватает здоровья. Я хочу восполнить ХП. Как мне это сделать? Ой, блядь. Подбешивать начинает игра, конечно. Еще батарейки, патрончики. Откройся. И ты откройся. Ну, откройся. Там ничего нету? Да, зашибись, фонарик светит, ни хрена не видно. Вроде все, больше ничего нету. Это у нас что? Ну, зеркало не пох... А, зеркало, походу. Или что это? Какое хреновое у вас зеркало. Что там написано, тоже не прочесть. Ну и ладно. Так, тут никаких записей, ничего интересного нет? Вроде нет. Полис. Ладно. Значит, к озеру выдвигаемся. Хорошо. Все там откройся. Блять, ты что такая резкая, дура что ли? Я не просил тебя резко открывать. Могла нормально просто аккуратненько дверку открыть и все. Припадочная, блин. Так, тут тоже нужно какой-то ключ. Голыми руками я не открою. Так, ну это ключ не подойдет, надо искать чем. Так, ладно, тут еще какая-то дверь, да? Тихо! Не хочу быстро открывать, это страшно. Ага, тут тоже не пройдем. Ладно. Значит, ищем дальше. Может, когда-нибудь что-нибудь и найдем. А сейчас на озеро. Выключи фонарик. Не трать батарейки. Колоритная парочка. Звонит кто-то. Путешествие, телевизор. Или где мне это глянуть? Ага. Новая ячейка. Хорошо, путешествие. Давайте посмотрим. Ох, мамочки, я турист и, кажется, заблудился в чаще. Ой, это реклама, да?
Надо было брать гида, да еще и медведи проснулись. Блин, пиздец. О, нет, медведь. Страшно, я сейчас описываюсь. На помощь. Помогите. Хуякс. Бау. Гида вызывали. Ух ты, туры с приключениями от братьев Каскелла. Незабываемое путешествие по доступной цене. Прошу любить и не жаловаться. С вами Илма Каскелла, лучший обжарщик кофе, туристический гид. И вас ждет лучший тур в жизни. Заебали эти титры просто до неизможения. Но Илма говорит, правительство запретило доступ к природным достопримечательностям в этих местах. Так и есть. Якобы многие места и развлечения правительства упихало за забор. Именно поэтому девиз туров с приключениями от братьев Каскелла. А шло бы ты правительство! Ха! У нас есть болторезы. Вот это да, у вас все продумано. И мы с вами проберемся куда угодно. Походы по удивительному национальному парку Элдервуд. Рыбалка в кристально чистом озере у дамбы Брайт Фоллс. Наблюдение за птицами с величественной зеркальной... Пика. Лучший тур жизни, только позвоните. Бронируйте уже сейчас и получите скидку 9% на кофейный термос дорогого оленя из ограниченной серии. Ну и бердятина. Ай, блядь. Лучше бы я этого не видел. Ну прикольно. По медведю. Так. То еще есть интересного? Нужно все искать. Вдруг что-то полезное найдем. Надо все просто брать и обыскивать. Мы, кстати, в этом городке не нашли ни одного кейса. Надо будет поискать. Что расскажешь? Прикинь, у тебя там труп. И бесследно пропавший шериф. А тебе похер, да? Патрончики. Ты не против? Я возьму, да? Ну, просто незнакомка. Подойдет и заберет патроны. Нормально все, да? Что у тебя там? Ага. Наркоманка? У тебя все хорошо? Ой. Блядь, вот даже в играх 2000-х просто там, я не знаю, был вот зеленый экран с более светлыми зелеными надписями, и там просто какая-то хрень, но печаталась. Тут нет, тут просто напечатает в эмблему, и все. Ладно, хорошо. Я думал, ты ссышь тут. Хотя ссать бы тебе не помешало. Я бы ссал на твоем месте такие происшествия у вас тут. А что читаешь? Никто не хочет мне тоже дать почитать. Перечень, да? Ну ладно. Откройся. Да возьмите трубку, дебилы. Вы не слышите, вам звонят уже сколько времени. Я пройду, да? Спасибо. А, ну ладно. Моего клиента уже достаточно долго здесь продержали. А вы дадите нам наконец поговорить или нет? Одну и минутку, мэм. Сейчас к вам подойдет кто-нибудь. Кто такая? Жди, блядь. Управление шерифа. Вот, карта. Ага. Что это? Контейнер. Он сзади? Так, вернись. Тут есть какой-то контейнер. Вот он. И чё тут? Пусто? Плохо. За компьютер можно? Ого, Эван, ну что? Так, допил кофе? Свари еще. Команда полицейского участка, помощник шериф. Уже в третий раз на этой неделе прихожу на ночную смену и вижу пустую кофеварку. Выпил последнюю кружку? Поставь новый кофейник. Я не секретарша. Офицер Хэна Эссиноя, командующий... Команда полицейского участка. Чет, ты меня, конечно, извини, но масло для бороды поможет только если на твоей физиономии в принципе есть чему расти. А она знает, о чем говорит. Я вам не секретарша. Это уже было. Так и знал, слишком уж мягкая борода у Марка для натуральной. Люси, какую марку он использует? Поскольку мои многочисленные просьбы не указали адрес участка для доставки личных посылок, были проигнорированы. Поскольку мои многочисленные просьбы не указывать адрес участка для доставки личных посылок были проигнорированы, с этого момента, если вам взбьет в голову заказать что-то сюда, я сообщу всем в участке о содержимом посылки. Является ли преступлением вскрытие чужой почты?
Да. Имею ли я право воспринимать загромождение моего стола вашими спонтанными покупками как личное оскорбление? Да. Вас предупредили. Администратор, по скриптум, офицер Лайтфуд, забери свое масло для бороды. Стол и почту администратора не следует использовать для личных разборок и прочих неофициальных дел. И не забывайте мыть за собой кружки. Всем привет! Скоро настанет время ежегодного события, которое мы так ждали. Открытого барбекю и нечего ворчать. Это прекрасная возможность установить контакт с населением. Согласно статистике, если офицеры тесно общаются с подопечными, уровень преступности на их участках снижается, эффективность работы возрастет и чувствуют они себя лучше. Это в ваших же интересах, так что отнеситесь к делу серьезнее. На роль жертвы мусорного бака сообщество выбрало... Секунду. На роль жертвы мусорного бака сообщество выбрало помощника шерифа Тортона. Мои поздравления. Похоже на те, как следует отыграются за работу на посту контроля скорости. Также напоминаю, что каждый, не явившийся из-за болезни, должен предоставить справку от врача. В противном случае у вас ждут 2 недели ночных смен. Будете жаловаться, заставлю участвовать в магическом представлении офицера Лайтфута. Ким. Вот как у них весело тут на работе, да? Так, давайте по карте еще посмотрим, где, что, как, почему. Так, болторез нужен. Просто запертая дверь. Запертая дверь, запертая дверь, запертая дверь. Контейнер, что-то пропустили. Надо вернуться. Да, надо вернуться. А вот так. Что-то пропустили, значит, надо забрать. Ничего страшного, пробежимся. Идти не так далеко. Так, сюда. Вы так и будете стоять и смотреть на тело, да? Дебилы, блядь. Конченые, просто конченые. Я думал, он исчез. Дохлик. Может, они подумают, что ФБР все это сделало? Так, контейнер. Вот контейнер, да? И ради чего мы здесь? Аптечка и... патроны. Ну, не зря сходили. А что у нас уже? 23 патрона. Зачем так мало? Стандартный пистолет, батарейки, набор для перевязки. Патроны для стандартного. Что я сделал? Один из одного? Что это вообще означает? Один из одного, блин. Какие-то цифры непонятные. Как подлечиться, тоже неизвестно. Так, смотрим внимательно. Прынь, то есть сегодня пройти. Здесь мы еще не были. Надо обязательно не забыть заглянуть в сортирчик. Точно, тоже закрыто. Ну и ладно. Давайте к той дамочке подойдем, поговорим, узнаем, что она хочет вообще. Набрала. Я знал. Звонят. Вообще работать не хотят. Привет, как дела? Ничего не скажешь? Тут кофе. А кофе мы так и не попили, который нам предлагали. Ты парень? Ты девушка, а разговариваешь как молодой парень. Ладно. У всех свои приколы. Открыто? Открыто. Тюрьма, тип. Ну сколько раз придется через это проходить, Волтер? Ты меня в могилу сведешь. Чё тут? Волтер, иди сюда, поговорим. Не хочешь? Как хочешь. Выпустите меня! Тут творится что-то неладное, я это чувствую. Подожди. Выпустите меня! Сказал арестант. Ну? Чё скажешь? Ничего? Ну вот и сиди молча тогда. Ты думаешь, мне нравится жать тебя под замок каждые пару дней? Нисколечко. Ты хоть знаешь, сколько бумаг мне приходится заполнять из-за тебя? Целую кучу. Откройся. Почему двери не открываются? Тут проход куда-то. Но дверь закрыта. Ладно. Да, закрыта же. Заперта дверь. Ну, конечно. Конечно. Как иначе? Не открывается. А вы ничего не можете, да, с этой фигней сделать? Как это? Господи, жалюзи. Ну и ладно. Тоже мне полицейский участок. Так.
Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны, и каждый день одного не хватает. А с ворами у нас не церемонятся. Красть из управления шерифа? Серьезно? Однажды я поймаю воришку на месте преступления, и его вышвырнут отсюда. Позорище какое. Какой псих будет считать рулон туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свобода, времени полно. Логично. Не, в этом есть логика. Ну, бумаги и бумаги. Может, использовали эту туалетную бумагу, рулон. Мало ли кто тут заходит. Вон, я спокойно вообще зашел, никто мне ни слова не сказал. Может, это я стырила. Они друг на друга. Тут все, да? Да, тут все, по всей видимости. Сезам, откройся. Кытча. Найтингейл и культ очень опасны. Мы должны быть наготове, ситуация может стремительно ухудшиться. Кейси, вызовешь подкрепление? Здравая мысль, Андерсон. Так, а сохранение было? Как тут вообще? 23 минуты назад. А как сохранить? Пустая ячейка. А можно как-то сохранить? Где сохранение? Так. Основа. Перемещение. Понятно. Камера тоже ясна. Бег. Знаем. Фонарик. Прыжок. Уже знаем. Так. Обычный свет фонарика не тратит батарейки, однако свет без усиления не наносит урон врагам, а лишь провоцирует их. Будет какой-то ультрафиолетовый тип, да? Посмотрим. Карта. А, ну да-да-да, было что-то такое, было. Карта, понятно, передвижение. Ага, на автомобиле. Хорошо, инвентарь. Не все, что связано с историей. Если вы выбросите предмет из инвентаря, он исчезнет навсегда. Герои не могут использовать инвентарь друг друга. Логично, светоубежище позволит вам сражаться от врагов и восстановит ваше здоровье. Это мы поняли. А, ну до определенной, да? И все. Бой. Улучшение оружия. История, доказательство цепок. Это все понятно. А как сохраниться? Все несохраненные? Нет. Продолжить. Это агент Кейси. Может, здесь можно сохраниться? Телевизор, рукописи. Досье? Страницы рукописи, доказательство цепок. Карта. А я не могу прокачать еще, да? Сколько у меня? 4. Вполне может быть, что нас пытаются пустить по ложному следу. Не спорю, но более надежных зацепок у нас все равно нет. Я осмотрюсь тут по-быстрому. Да-да, смотрись. Как сохраняться? Дай. Страница рукописи. Доска зацепок. Карта. Улучшение оружия. Тут нельзя сохранить. Блять, я испугался. Где наша машина вообще? Привет! Ага. Поворачиваем назад и налево, потом направо. Хорошо, хорошо. Я тебя услышал, я тебя понял. Сейчас рисуется артик мне на эту игру. Поэтому как только он нарисуется... Я сделаю превьюшки и начну выглядывать на YouTube. Почти как дома. Почти. Как дома в деревне было. Сколько лет я уже в деревне не был. Ну, скорее всего, уже никогда не буду. Единственный домик у нас отжали. Казадно. Где городок, Андерсон? Пока присматриваюсь. Готов идти? А пока только на озеро Колдрон, да? Но я не понимаю, почему нельзя просто взять и сохраниться цели. Да, все, ладно. Чё за бред? Там мне вот написано же в загрузках контрольные точки и отдельно слоты для сохранения. Но что-то я не понимаю, где можно сохраниться. Андерсон должен тебе кое-что там признаться. Я знаю, что Найтингейл делал в этих краях 13 лет назад. Он охотился на писателя Алана Уэйка. Ты мне говорила о нем. Она пишет книгу о его исчезновении. Но знаешь того самого, который писал книги о детективе? Алексей Кейси. Да, слыхала в офисе. Глухарь Кейси. Дело об убийстве Кейси. Извини. Ага. Мой полный тезка и работа похожа. Это все отмечали. Меня это подбешивало. А 10 лет назад я начал получать странные письма. Литературные тексты, описывающие убийство. Он сдохнет. Вангую.
Ты наверняка слышала о том, что творилось в Нью-Йорке. Труп за трупом. Культ убийц. Оказалось, что мне присылали выдержки из криминальных романов Алана Уэйка. Культисты копировали убийства из его книг. Они считали, что проводят ритуал, который вернет Уэйка с того света. Возвели его в ранг пророка. Это дело побудило меня заняться расследованием исчезновения Уэйка. Ты решил, что это дело может быть как-то связано с ним? Его имя постоянно упоминается. Просто решил, что пора тебе все рассказать. В следующий раз рассказывай все до того, как мы попадем в ужастик. Возвращение 2. Сердце. На странице говорилось, что Найтингейл находится в каком-то складке. Так, ладно. Загрузить? 2 минуты назад. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, кому понравилось. Кому не понравилось, это ясно, дизлайки. Подписывайтесь на YouTube, на VK Play Life, на Telegram, на Boosty. Там есть одна такая интересная ссылочка, да? Там это, ну, подписочка такая. Кому там не жалко, ну, вы знаете, что делать. Да, спасибо, чисто чтобы поддержать. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Чмок, пупок.